Всем привет! Сейчас хочу вам показать один способ, которым пользуюсь уже очень давно, для промывания особо упорного непрекращающегося насморка, который не прекращается при промывании обычными растворами солей и травками всякими. Он может быть вызван простейшими, которые поселяется у нас в носоглотке и вызывает насморк. Для этих целей применяю раствор метрогена. Метроген – это противопротозойное средство, которое выпускается в Индии. Этот стерильный раствор для внутривенных инфекций при протозойных воспалениях. Вы берете эту бутылочку Долфин. Он уже готов, этот раствор. И заливаете в устройство для промывания носа Долфин. Он есть в аптеках, эти флакончики. Выливаете туда раствор. Для промывания нужно два флакона. Цена их небольшая, порядка 25 рублей. Раствор уже готовый, стерильный. Открываете пакет. Для этого срезаете носик у этой бутылочки и выливаете ее в устройство для промывания Dolphin. Вот получается у вас почти полный, то есть для полного промывания пазух носа и носоглотки. Раствор можно немножечко подогреть до комнатной температуры. И затем, следуя инструкции, которые есть в этом Долфине, промываете носоглотку, наклоняете под 90 градусов туловище и, нажимая на этот флакон, по одной ноздре, открывая рот, просто выдавливаете содержимое бутылочки и лишние растворы высмаркиваете, не прижимая нос. Одну половину носа промываете, точно так же вторую. Затем остатки просто высмаркиваете. То есть должны полностью из носоглотки удалить этот раствор. Если у вас насморк вызван как раз этими простейшими, это всякие дафнии там и другие амебы, которые содержатся иногда в плохой воде, то этот способ промывания вам наверняка поможет. Процедуру такую делать нужно дважды в день и не более 3 дней, если есть у вас результат. Ну, насморк должен прекратиться. Спасибо за внимание.